Это случилось 7 января 1992 года. Был нормальный зимний день, и ничто не предвещало начала этой таинственной, я бы даже сказал, романтической истории. Все было как обычно. Дедулька умирал в страшных судорогах, я обсуждал диагноз. И вдруг из гроба, где последние 3 года лежал старичок, раздался предсмертный хрип. И я даже не успел обрадоваться. «Найдите золото инков, вот карта!» – простонал дедуля. Мой чудаковатый брат Жорик ласково потрепал дедулю по плечу и с присущим ему тактом прошептал: «Что же ты раньше молчал, старый идиот? Где золото?» Дедушка напрягся и из последних сил начал свой рассказ. «История эта началась, когда я был еще совсем юным, но уже опытным первооткрывателем». Прошло 2 года, как наша каравелла вышла в море. Половина команды погибла от свинки. Вторая половина команды съела друг друга. В живых остались только 3. Я, мой любимый друг Тон Педрила и старина Гонсалес. И вот появилась долгожданная земля. И мы поняли, что наше путешествие подошло к концу». Особенно обрадовался мой милый Педрита, увидев странных животных, которые ходят почему-то задом. Показались местные жители. «Отдай им якорь, Педруччо!» – приказал Гонсалес. Педро выполнил приказ, как всегда, очень точно. Ну что же, местные жители оказались на удивление хорошими ребятами. Они были так приветливы, что я, не думая, назвал их аборигенами. А они, подумав, в честь открытой мной земли Колумбии, прозвали меня Колумбом. Так это прозвище за мной и осталось. И вот, наконец-то, свершилось. Первая нога, а точнее, голова европейца коснулась новой земли. В этот момент мой чудаковатый брат прервал дедушку и с присущей ему интеллигентностью напомнил старику, что в связи с его скорой кончиной дедуле неплохо было бы рассказать нам о золоте. И дедушка продолжал рассказ. «Ценнее золота, — сказал он, — были невиданные для европейца местные деликатесы — табак, кофе, помидоры».
потом, вы не поверите, нам принесли свежевыкопанную картошку. Она была только что из земли. Больше всего пришлось нам по вкусу изысканное явство местных гурманов – сушеные муравьи. Благодарность мы решили создать с аборигенами совместное предприятие. Идея предприятия была наша. Золото было аборигенов. Воспоминания о золоте, как всегда, повлияли на дедушку. Он забился в агонии. Применив сильнодействующее средство, мы снова услышали предсмертные хрипы старика. Ну, что вам еще сказать о золоте? Земля там была очень плодородной. Thank you.
счастью, никому не нужные воспоминания прервались, потому что мой брат едва сдерживался от того, чтобы приблизить естественный конец старика. После двойной дозы сильнодействующего дед взбодрился. И, привстав из гроба, он подошел, а точнее подлез к золоту. Это была знаменитая пещера единорога! Едва слышно прошептал он. Сокровища инков ждали меня 2000 лет! Единственная мысль будоражила мой уже тогда больной мозг. Как добраться до них? Золото я не видел никогда в жизни. Хотелось его есть и пить. Решив унести сразу все, я поднял сундук и понес его к... И тут случилось непоправимое. Костлявая рука медсестры вместо сильнодействующего поднесла деду лекарство. Рассказ прервался навсегда. Так ушел от нас ветеран 1-й, 2-й столетний и пунических войн, участник татаро-монгольского ига и ледового побоища, кавалер ордена Ленина и подвязки. Что было делать? Мы взяли карту и отправились на поиски сокровища. Посадка была, как всегда, мягкой. Попрощавшись со стюардессами, мы покинули борт самолета. Просто не хотелось уходить. Спустившись на землю, мы тут же увидели первого аборигена. Мне уже тогда показалось это подозрительным, но я отбросил подозрения. А зря. Мой брат решил узнать у аборигена дорогу, не раскрывая тайны сокровища. И вновь смутные предчувствия посетили меня. Тогда я еще не знал, как эти предчувствия были правы. Карта вела нас к цели, но меня все время не покидало чувство опасности. Thank you.
четвертый день пути. Ко мне закралось подозрение, что за нами следят. Снова не придал этому значения. И снова зря. Пятый день пути. Очень трудно. К счастью, местный меняла любезно показал нам дорогу. Хорошие здесь все-таки люди. Седьмой день. Карта вела нас. Но, по-видимому, не только нас. Где-то мы уже видели этого человека. Восьмой день. Мы еще не нашли золото инков, хотя потомок этих инков уже нашел наши часы. Но нас уже ничего не остановит, только вперед. Mm-hmm.
Oh.
Десятый день. Брат начинает сходить с ума. Сегодня он сказал, что не может идти в грязной обуви. Бедняга. Видно, он совсем плохо.